Муниципальное бюджетное учреждение «Красногорская городская служба» приглашает на работу по специальностям. Начальник управления эксплуатации МКД. Необходим опыт работы в ЖКХ в данной должности не менее 1 года. График работы 5-2, заработная плата от 119 тысяч рублей. Начальник участка МКД. С опытом работы от 1 года, график работы 5-2, заработная плата от 80 тысяч рублей. Главный специалист производственно-технического отдела. Требуется опыт работы, знания сметных программ, автокад. График работы 5-2, заработная плата от 70 тысяч рублей. Главный специалист в сфере закупок с высшим юридическим или экономическим образованием и опытом работы, знанием муниципальных программ ЕАСУС МО, ПИК ЕАСУС МО, электронный магазин МО, ЕИС, РТС Тендер и законодательство России в сфере закупок, 44-й федеральный закон и 223-й федеральный закон. График работы 5-2, заработная плата от 70 тысяч рублей. Ведущий специалист по управлению жилищным фондом. Необходим опыт работы в ЖКХ в данной должности не менее 1 года. Заработная плата от 60 тысяч рублей. Мастер участка. Требуется опыт работы с муниципальными заданиями, СКПДИ, обращениями, поступающими через электронный портал «Добродел». График работы сменный. Заработная плата от 90 тысяч рублей. Главный механик с профильным образованием и опытом работы от 3 лет. Заработная плата от 85,5 тысяч рублей. В МБУ КГС также ждут электромонтажников, слесарей, плотников, уборщиков территории и рабочих комплексной уборки. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Диспетчер. Требуется профильное среднеспециальное образование и опыт работы в ЖКХ не менее 1 года. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Сварщик с профильным образованием и опытом работы от 3 лет. Сменный график. Заработная плата от 51 191 рубля. Водителей с правами категории Б и С и опытом работы от 3 лет. График работы сменный, заработная плата от 80 тысяч рублей. Машинистов-трактористов с водительскими категориями Б, С, Д, Е, удостоверением по профессии и опытом работы также от 3 лет. График работы сменный. Заработная плата до 208 тысяч рублей в месяц, до 104 тысяч рублей вахта в зимний период и от 80 тысяч рублей в летний период. Оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации. Предусмотрены премии по итогам выполненных задач. По всем вопросам вы можете обращаться на электронную почту mbukgs@inbox.ru или по телефонам МБУ Красногорская городская служба 8 499 501 0919 8 991 687 05 54.